Сергий Радонежский родился у благочестивых родителей Кирилла и Марии. Но когда Мария была беременна, она стояла в храме, и ее ребенок прокричал 3 раза на службе. Вот. Ну, у Сергия Радонежского, когда он родился и подрастал, не получалось учиться грамоте. Ну, он старался, но у него никак не запоминались все эти правила чтения. Все его братья уже давно научились читать, даже младший. А у него все никак не получалось. Вот он все время молился, чтобы ему далась грамота. Однажды отец послал его загнать коней, ну, домой. Когда он шел за конями, вот, под деревом стоял старец. Варфоломей, так звали, ну, мальчика. Он подошел к старцу и попросил благословения. Старец сказал ему, какое у тебя есть сокровенное желание. Он сказал то, что очень хотел бы научиться читать. Тогда старец достал ковчежец, вынул оттуда просфорку и дал Варфоломею. Варфоломей ее съел и сказал, пойдем со мной ко мне домой. Родители любят таких, как ты. Они пришли домой, а там уже стояли лошади. Варфоломей удивился, и они со старцем вошли в дом. Родители приняли старца радушно и посадили за стол. Старец сказал Варфоломею, чтобы он читал за трапезой. Ну, родители сказали то, что он не умеет читать, но старец все равно сказал, пускай идет читает. И Варфоломей встал, подошел к нему и начал читать. Родители его очень удивились. После трапезы они вышли проводить старца, но старец растворился в воздухе. После того, как совершилось чудо, и он научился читать после встречи с чернорисцем, его родители очень обрадовались. Он стал даже немного умнее своих братьев. И стал он подсказывать, но при этом не гордился. Он говорил, я совершенно такой же, как и вы. Варфоломей очень желал быть монахом и просил у родителей, чтобы они его отпустили на монашескую жизнь. Но заботиться о родителях некому было, и они говорили, что подожди, пока Господь заберет нас в вечную жизнь, и уходи в монахи. И вот, когда родители Варфоломея умерли, Варфоломей уже ничто не задерживало в миру, и он пошел на постриг. А в это время у старшего брата рано умерла жена, и он пошел с Варфоломеем. И они ушли в Радонежский лес. Там они построили келью. Чуть позже они построили храм, и каждый день ходили в этот храм молиться. Были, конечно, и искушения. Когда он был у себя в келье, к нему в окошко
под окошком в виде волков были бесы. Они были у него, говоря: уходи, ну иди в горы, там будешь жить дома. Хорошо будешь жить и богато. Но он тут же начинал молиться, и они уходили. Просто брат, он не выдержал этой отшельнической жизни и ушел опять в мир. А Варфоломей остался. И вот в эту церковь стали приходить все больше и больше. И старец Митрофан постриг Варфоломея в монахи. И вот ему там стали приходить, ну, там больше людей, вот, и монахов, вот, и стали там с ним вместе там жить в лесу. То они там построили, ну, там уже там, прям большой монастырь, вот, там уже там было много там храмов, вот, и келий. Однажды, когда он молился у себя в часовне, он вышел из-за какого-то шума на улицу. Когда он вышел, он увидел много голубей. Между ними, ну, как будто был голос Иисуса Христа. У одного крестьянина очень сильно заболел сын. И вот крестьянин взял на руки сына и побежал в Троицу Сергию Лавру. Но тут он уже прибежал, когда в Троицу Сергию Лавру сын его помер и перестал дышать. Отец пошел за вещами, нужными для погребения сына. Сергий Радонежский начал тяжко болеться. И вскоре он почувствовал, как мальчик начал шевелиться. Посмотрел на мальчика, а мальчик приоткрыл глаза, начал дышать. И в это время пришел отец. А Сергей Радонежский говорит такой: «Ты напрасно возмутился, дух, добрый человек. Твой сын жив». А сын уже как будто после сна протянул руку к отцу. Отец говорит Сергею Радонежскому: «О, человек Божий! Это ты своими страшными молитвами воскресил в жизнь моего сына. Благодарю тебя». Там однажды там заболел один там человек, у него селились злые духи, вот, и Сергей Радонежский, он там помолился там за него, вот, и избавил его от злых духов, вот, и потом там этот человек, ну, там он остался там жить с ним. Было еще одно чудо, когда он тоже молился, и к нему в окошко заглянул медведь. Он вышел, вместо того, чтобы обмануть его, он вытащил из-за пазухи просворку и дал ему. И с тех пор медведь очень долго ходил к нему. Это чудо о том, как в обители не было воды. Там не хватало вод. И Сергиев взял одного помощника и пошел на ложбинку, чтобы помолиться. И, ну, он увидел там лужицу после дождя и от всего сердца начал молиться Господу Богу, чтобы произошло чудо и чтобы он дал им воды в пустыню их безводную. Но Иисус только услышал молитвы Сергия Радонежского, то, что из этого ручейка сначала потекла чистая вода, а потом как фонтанчик пошла вода, цветочный фонтанчик. И сейчас на этом месте происходит много исцелений от этой воды. Она сейчас стоит посредине Троицы Сергия Лавры. Там отведено два места. Одно закрытое и одно открытое место. И люди приходят туда, чтобы помолиться и исцелиться от болезней.